Шайба по бортику. И тут еще и по пустым можно попробовать бросить. Есть бросок и есть четвертый гол. 4-1. Это все. Наша команда начинает чешский этап турнира четырех наций с победы над сборной Швеции. Отличное настроение у ребят. Начать с победы — это всегда здорово. Ну и давайте посмотрим, как это было. Мог Пономарев передачу попробовать сделать, но удобная позиция была для броска, и хватало времени на то, чтобы прицелиться.